Блять, есть у кого не рубские хитиновые штуки? Срочно. Прием, прием. Это есть нерубский хитин, две штуки. Прием, прием. Что происходит? Нерубский хитин, две штуки есть? Какие нерубские хитины? Нерубский хитин. А, нет, такого нет. Что, в ГБ нет? Нет. А сколько? Есть у кого-то нерубский хитин, две штуки? Прием. Все, я тут задержался, извиняюсь. Да, да, вот эти накладки надо. Ну, нерубский хитин это я сам сделаю, типа, там всего лишь два хитина надо, а другие это... Ну там два арктических меха, ледяной шар и тоже два нерубских хитина. Пошли. Где эти пидоры? Есть кто сейчас у аукциона? Где вы там дохнете, кстати? Сейчас мы два мопа набьем, да? Жарим тут.
поставил рыбу. Я на трэше немного послакаю. Надо кое-что делать. Ну, блядь, бывает такое иногда. Сейчас будет отходить. Заходите. Там бонжо Асус. Трэш уже весь основной кончился, Асус. Трэш уже нихуя не остался. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Гогер. Дайте истерию. Кости сбиваем, шаманы, вас двое. О, отлично. Еще ты камни уже трогал. Беги, малышка, беги! Это все лот, пороги не могут. Китов сломали, питомец сдох от взрыва, блядь, чтобы вы понимали. Да, сломали, походу. Это, блядь, нормальная работа геодата, алю, блядь. Это, в смысле, сломали, и у ханта такая же хуйня у меня, он дохнет, блядь, от любого чиха. Да. Там в чем прикол, что там не все петы, блядь, вздыхают. Там какие-то определенные, блядь, живучие, какие-то нет, они там, блядь, что-то наебулили такой хуйни, что не пойми, блядь, с вот этой переработкой моделек, блядь. А я подумал, что наоборот починили, что они умирать стали. Сегодня в РБК ходили. Они не должны умирать. Питомцы. С другой стороны, это как-то ненормально. Они должны получать на 80% меньше урона, блядь, или даже на 90%. Да, на 90%. То есть, а ты понимаешь, что мне резать питомца 2 секунды, блядь? Как дамажить локом, скажи мне, без пита? Как дамажить хантом, без пита? Вот это ненормально. Согласен. Получается, другой класс надо делать. Сегодня в РБК удивился, думаю, блядь, чё я так проседаю, чё я так хилю каких-то демонов, блядь, каких-то собак хантовских, я вроде никогда их не хилил. Смотрю, ну, да. Блядь, проседают они, я удивился, думал, блядь, починили что ли, серепал. Даже, блядь, по близлайку, блядь, вот я помню, на офе в РСке мы были, блядь, я, но ни собак, блядь, хантовских, ни петов ДКшных, лезвия даже не срезало, блядь, во тьме. Да. Ну прошлось, блядь, там 2-3 ка ему сняло, нахуй его, блядь, джага, блядь, ретрика, нахуй отхилило, все, блядь. Сейвы прожимаем, свои прожимочки. Сейчас пока зафирится все. Дайте истерию. Ах ты, сука, у них невосприимчивость к ПП-шке этих пидоров.
малышка, беги! Не двигаемся. Можете стрим врубить? Пиздец, так это, наверное, сейчас Пет также и на гневе будет дохнуть, получается, блядь. И на этом, нахуй, на Молчезаре. Беги, малышка, беги! Та добили его, зачем вы разбиваетесь? Там, чисто. Мы готовимся дальше бежать. Репа немножко не хватает. Надо, блядь, ачивы сделать, блядь, слава рейдеру Ульдуара. У нас там 3 ачивы осталось. Причем все 3 изи. Какие? Чтобы это острокрылая задула 25 грачей, расколоть 2 руки, потом добить босса в течение 12 секунд. Это калагард, это изи, блядь. И третья, блядь, я не помню, нахуй. Сейчас скажу. Я же думал, все возможно там поделали. И этот, котов не убивать, ну да, типа нужно 3 танка, 2 танка котов отвели, 1 танчит босса и все. 9 жизней, убить 25 дворфов, чтобы она задула их, и, блять, этот... Калагард, короче, все 3 легкие ачивы, будет, блять, этот... Протодракон железной брони... За это, за него дают. Там, по-моему, он 310-й. Из сложных ачив, которые здесь перечислен, это, ну, пожарный, блядь, которого мы сделали. И этот огонек во мраке, блядь, тоже, в принципе, у нас это у всех сделано. Вот это же... Что за огонек во мраке? Это ласта убить с одним хранителем. А. В принципе, там ничего сложного нет в этих ачивах вообще. Убить 2 одновременно руки, убить босса, это вообще, блядь, с закрытыми глазами делается. Вот это единственное, что 25 штук, чтобы она задула, блядь, такое. Там не написано в хэме или нет? На острокрылой в хэме? В острой нету хэма. Это, блядь, дракончик. У нас все, которых 3 боссов я перечислил, которых нету ачивы. Которые нужны ачивы. Они все в изи моде. Эти все 3 босса. Ты вчера был в центре босса? М? Вчера в центре был? Не.
Я, там Каменская выступал. Кого там? У меня жена на 8 месяце. Нахуй мне это Каменских, которая выступала, блядь. Да, понятно. Слава богу, что я в отпуске, блядь, и меня не было на усиление, там никаких пидорастов не бил, блядь. У нас, не знаете, никто не может делать платный сет. Если что, сколько. Даже, блядь, и мысли не было, блядь, эти рецепты покупать. В ОМОНе работаешь, что ли? Не, в полицию. У нас нету ни ОМОНа, ничего такого, у нас все по-другому называется. Как у вас называется ОМОН? У нас есть ТОР. Тактика оперативное реагирование. Это типа, блядь, как раньше был ОМОН. Беркут, и... наверное. На Украине Беркут, наверное, был, да? Ну, да, у нас Беркут. Как раньше был Беркут, типа, из этой серии. Ну, есть и отдельно, это батальон Харьков-1, это типа бывший Беркута. Есть еще другая хуйня, называется Корт. Это типа СОБРа. О, блядь. Было б мне, блядь, годика 22-23, я, может быть, затеялся в мысли, блядь, тогда пойти куда-то такое, где можно просто месить людей, блядь, и тебе за это деньги платят. Но я уже не вешу 96 килограмм, не хожу в зал, не тягаю железо, поэтому мне как бы похуй. Где торнадо вздыхает постоянно? Оп. Хорошо. Джимок, ты заебал, ну. У нас там спецподразделения дохуя, типа всяких разных, типа, блядь, Альфа, блядь, и всякое-всякое там. Это спецназ, блядь, скорее всего, спецназ. Ну, там, Альфа это, блядь, при службе безопасности спецподразделения. Раньше называлось оно Сокол. Сейчас оно у нас просто, блядь, у них этот Альфа. Кто эти шкаф? Есть хуйня? Да, я тоже хотел в ОМОН, блядь. За ошибки молодости не взяли. Есть это... хуйня, которая, типа, если в колониях где-то бунт или еще какая-то хуйня, чтобы быстро приехать в любую точку Украины и погасить этот бунт и все остальное, по-моему, называется гепард. На каждую задачу свое подразделение. Да. Ого. У нас только нацгвардии, блядь, и все. Армия, нацгвардия и спецназ. При каждой структуре тоже есть свои спецподразделения. ДВБ это этот... Как оно там называется, правильно? Державное бюро расследования, это типа, короче, какие-то там шерифы, хуифы, блядь, там какие-то следователи, суперследователи. Они занимаются в основном коррупцией и всякой хуйней. Хотя у нас, блядь, есть отдельная, блядь, структура, которая называется НАБУ, которая занимается именно непосредственно чиновниками, там, взятками и всем остальным. Это, походу, как у нас ФСБ. Ну да, у нас такого... Не-не-не-не. Федеральная служба безопасности. Это как в Беларуси КГБ. Я не знаю, как на Украине называется. У нас СБУ. СБУ у них. Ну его в конце года разгонят, СБУ. Не будет больше СБУ. Они уже подписали эту хуйню. Жарим. Прием. Нету никакого смысла, блядь, содержать миллион этих всех структур, если можно сделать просто одну, и в ней будет много ответвлений, и все. Не Давайте. Вижу никакого смысла, блядь. Бегите к Арану быстрее. Это то же самое в плане финансирования этих структур. Например, те, кто в Альфе работает, или не в Альфе, точнее, в Корде. Люди, которые реально там через окно залазят, блядь, и всякая-всякая хуйня, и винтят там именно бандитов, преступников, получают там, грубо говоря, ну там штуку баксов.
А те, кто приезжают, блядь, в ДБР, задерживать какого-то пузатого грача, блядь, который взятку нахуй взялся в кабинете, который просто при виде, блядь, пистолета обосрался, нахуй нихуя не делает, получается в два раза больше. Ебать охуенно, блядь. Да, блядь, пиздец. А чё получаем? Кто на каком? Ты на зеленом, Асмодей на синем. Так, я мага раз поставил, у него глыба есть. Кого-кого? Кто на зеленом? Мага давай поставим, у него глыба есть, я ему еще создам. Жарим, постоишь на синем? Так, можно повторить, отвлекли? А раз это доспех включи, главное, блядь, этот, который на сапрот. И фласочку, если ему у кого-то есть сапрот, дайте, тогда магам вообще изи стоять. Я в прошлый раз стоял. Не надо ему. 250 сапрота было. Лужа ваншотнет его нахуй, это маху, у него мало хп. Даже повторите, получаем. Стоит, потому ты что... на зеленом. А, вот, у меня дамага не будет без доспеха. Я же фаер, а не аркан. Пусть лок стоит. Ты не понял, какой доспех, который сапрот дает. Я понял. Я говорю, у меня без фаер доспеха не будет криты, не будет дамага. Дамаги дело, надо, чтобы ты жил, братан, блядь, бил. Короче, торнадо встаешь на синий. Первую каплю ему кидает Асус, вторую Бонжови. Нахуй торнадо, давай тогда уже похуй, я лучше, блядь. Если... Не, он не сдохнет. На счет три. Раз, два. А кому кидать? Кому кидать? Еще раз. На торнадо, он на синий. Торнадо. Буду я вас слушать, блядь. Я не знаю, я магом 14 ляпал ДПС, блядь, в принципе. С учетом того, что у меня все было для того, чтобы жить, а не, блядь, бить. Частицу, ну. Ну ты чё, блядь, в глаза ебёшь? Можно на зеленую какую-нибудь робу или ДК, блядь, что-нибудь из этого? Давай, заходите в лужу. Не, давай он диван выйдет, блядь. Диван дайте, там ужарим есть СС. Давайте сдохнем, блядь. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Да у тебя войд ДБМ такие звуки дают. Ну, блядь. Да не игра, это пошел он нахуй, блядь. Красиво, блядь, красиво. Рога, блядь, не ебись в глаза. Не издыхай в черной луже, у нас нету БРов в рейде. Ну долбанулся разок, что поделать. Частицу не на повезло, торнадо. Не повезло, мне фартануло, блядь. И оверхильте его, чтобы торнадо, он не сдохнет. Торнадо, увидишь лужу под собой, сразу панцирь не сдохнешь никак. Перед третьей лужей, там смотрите по таймингам, вторую лужу дали, там секунд 6 прошло, хуйнул на него каплю. Первый Асус, второй Бонжови. Дайте рыбу. Чё ты чекаешь? Давай рыбу, давай, блядь, эту хуйню, лапу давай. Уже все есть. Нерубский хитин, чекните. А чё это за новый маунт жаба? Это бля, с... не похуй. Да ловится, блядь, какая-то хуйня. Да ларани. Смотри, что происходит. Так их там, блять, в трех локациях ловят, там они типа разные все. Долрани ебанулись, как обычно, блядь. Банку через жаб не пройдешь. А, на счет три. Раз, два. Они там возле МК ловят или фонтан? Это будет красивая победа. Не, они стоят на жабах возле банка. А. 10, блядь. Че, Геро, ну, думаешь, это классный, блядь, нахмал. Давай, Гер. Лужи смотрим внимательно. Убежим или к стене? К телескопу бежите. Когда они апострова завезут? Какого именно? Кельдонаса какого? Вот, видит контент. Кстати, приготовились, побежали. А чё я не вижу синего? Побежали. Чё, блядь? Синий луч где в рекаунте? Внизу. А чё он там делает, блядь? Кто нас дамажить будет?
Типа, блядь, вот этот человек, короче, ты не стоишь на синем, я стою на синем. Зато он не сдохнет. Ну, блядь, нахуй он такой нужен, не сдохнет, в смысле, ну... На чего синий держится, чтобы, блядь, дымажить? Потому что берса будет, блядь, вы не успеете. Нам не хватит ДПС, мы не успеем, конечно. Если вы за Геру выбили 13%, там сейчас сколько, 18%, да, блядь, хуета, ты должен, блядь, 25% улететь за под Геру. А ну, Микита, покажи, как надо дамажить, блядь. Ебаните сальву по Асмодею, он начинает уже, блядь, догонять танк. Да он хуй догонит. С красного луча нельзя срывать. А, ну не срывает? Я просто смотрю, у него только что агру было 100, уже 350. 400. У него 90. Ему нужно до срыва еще 40%. Готовьтесь. Побежали. Пизда. Хорош. Ну не успел там синий, ну, шанс слишком, станет, наверное, захитить, слишком хуево синий стоял. Аварий. А надо было этот на сапогах на инженерских съебывать. У меня нету, я первый раз заюзал. Коротко. Он еще раз дышит с утрину. Пизда. Подойдите к воротам. Бегите просто на один стак быстрее и все, ничего страшного. 45-46 и побежали. Да, в смысле, если бы я сразу стоял на синем, я бы просто портал бы, блядь, поставил посередине комнаты, и все, и было бы заебись, да. А, было бы. Давай, масс-рез. КД масс-рез, там тебе сейчас никто не даст. Убегите. Вы бегите к этому к телескопу, потому что если кто-то отстанет, я буду у босса тогда стоять. Почему к телескопу, я вот не понял вот этой хуйни? Потому что он поворачивается к тому, кто ближе к нему стоит. Он повернется на меня, будет дышать на меня, на одного, а не на вас, на всех. Мне кажется, он раздает просто. На лайк, а можешь в ЛФГ что-то написать? Я тебе скрина напишу. Оксиген, блядь, в чем проблема? Тут дело в том, что БРов нету. И СС 15 минут куда. Если будешь дыхать, нам еще хуевее будет. Если у меня луч кинется, я 100% сдохну, типа тут без вариантов. Вот, а ДК бы не сдох. ДК бы не сдох, но так он и не дамажит, смысл от него на синем луче. Нам не хватит, кстати, ДПС, странно, что он не ни в коем случае, он должен дамажить. 218-й там левел. Можно ШП поставить, у него типа тучка есть, нахуй. У мага ездит выпа. А сможет он среагировать? Ну, нет, ну они могут, смогут. Ну, у меня есть портал, я также могу сказать. Но я тоже, скорее всего, я не успею среагировать. Вы можете по 20 стаков меняться. Это помойка бесполезная, нахуй. Забегайте там быстрее. Тут он на луче стоит, он, блядь, может умереть просто. Если это тряпка. ДКшника не шотнет. ДКшника. Ну, пока лужа не прокола еще, хрен знает.
точно среагирую. Типа надо, да, надо, чтобы, блядь, был человек, который может хотя бы один пик пережить. Сколько там, 30 рун надо вроде. Давайте магом постою пофигу. Ну или лок пусть стоит. Можно магу дать саппорт, блядь, пускай он свой доспех включит. Портал чуть назад поставит. СС ему кинем, если... И луч не собьет. Там саппорт не поможет. Короче, давай я буду стоять, пизду. Кинется все, значит падаем нахуй. И не кинется, значит заебись. На фарте чисто поедем. На фарте это хуйня. Я бы ДК поставил и убили бы нормально. ДПС у нас хватает. Как хотите. Нам не хватит ДПС с ДК, он дамажит 5000. Блять, 18% стесли, значит хватит. Он надамажил, блядь, 5000 нахуй. С учетом того, что он стоял на синем луче. Что значит ты не бил в полную? А ну, если да, ты будешь бить в полную, сколько ты дашь? Насус. По идее, синий луч должен быть всегда топ-1. Значит, должна быть третья и темная аура. Короче, давай, давай похуй на фарте поедем, поебать. Третья. Три, раз, два. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Аура вообще одна только. Геро забыть. Давайте, Геро. Только один шаман нажмите, потому что у меня 3 минуты когда еще. Нужно будет позже. Телескоп убежите, если что, не забывайте. Что, все видели? Я не понял, что ты сделал. Как так? То, что он вдохнул в тебя, но... А, он дышит, то он дышит в последнего. Он дышит в того, кто ближе, и когда у него дышит, поворачивается в его сторону. Если бы вы стояли в этой стороне, у вас бы всех дыхнул. Если я на вас поверну, он в вас прилетит. Короче, дыхание въебало и все. Отойдите от раз. Первая была лужа? Да. Там каплю давали, а... Вторая была лучше? Да, давал. Нет, второй еще не было, жду. Вот, вышел. Готовьтесь, Бон Джови готовь. На себя БЗ. На Лука капну. И оверхилю. Телескоп. Убежали. На следующий еще раз. Идите первый. То же самое, капли возобновят сами, там смотрите, я вам не буду говорить, сами смотрите, после 2 секунд 6 отсчитывайте и давайте капли. Или 7 секунд, кто знает. Дайте Геру. Шмана, кто там не нажал Геру?
Нажмите еще раз. Нас на оба нажали, блин. Истерию. Авария, нажми гер. Осторожно, скоро еще лужа. Готовьтесь бежать. Побежать. Один за двух. А. Ауру не хотят попасть по воде. Сись. Повезло. Еще две лужи, смотрите внимательно. Последняя лужа осталась. Что по капле? Есть капля. Давайте на лок. И оверхили. Вон была уже лужа. Жарим, блядь, пиздец. Да. Жарим, пиздец. Смотрите под ноги, блядь. Давайте, бегите. Бегите быстрее. Жабы, что, близко к боссу стоял или что? Да нет, в углу стоял. Да. Заебал синий в углу, блядь. Ну, приуныл получается. Съебитесь от красного, сука, жнём. Как будто, блядь, линии не можете проводить визуально. То есть еще перебеж как бы. Там, когда побежите, прям далеко бегите от дракона, чтобы. Так, что, вторая была лужа? Каплю на этого. Уже третья. А, ну все. Все, сейчас его в Талова добьем. Сейчас не убегаем. Вам на локово верхи. Алим частица. Щиток частиц. Только частица, все на нем. Щит земли. Нужно массакру сдать еще. Ну, заебись.
должны доколупать, в принципе, не осталось. Третья лужа скоро, готовьте каплю на него сейчас. Давайте каплю. Чуга. Кожа. Там челиков резните и пошли. Сразу на малче идем. Шахматы, я думаю, не надо никому. Че там, где хилит? Где они все? Где вы все, блядь? Ну ты же сказал резать. Мы резаем. А. Бафы, как перед боссом дам бафы. Сразу поснимался и быстренько. Чинитесь. Нужны шахматы. Давайте потом посмотрим, что за родите, добейте шахматы, если вам надо. Ты на ИК не пойдешь? Не, я пойду спать. У меня время дохуя, мне на работу, блядь. То, что у вас ИК КД, блядь, токсигена касается, блядь, это очень хуёво. Я не знаю, что с вами делать, блядь. Ты с гильдии доберешь, если у кого там, блядь. Кому надо, тот пойдет. Хули там вот это озеро Демихаков спамит, блядь. Игрокам, значит, бан за спам этому пидору. Кстати, там добавили новые шкатулки, блядь, с атринем или нет? Не знаю. А они были вообще? Ну, на X2 были, как бы это был единственный стимул ходить нового. РБК? Ты про РБК говоришь? Я тоже хотел спросить, куда эти эмблемы с РБК потом девать? А это в будущем, когда они нахуй тебе не надо будет Т4 и ведут Т4. Да. Да, а потом, когда тебе нахуй не нужны будут печеньки для Т4, ведут печеньки. В итоге эти знаки тебе по сути нахуй будут не нужны. Но ты все равно найдешь способ их потратить. Там будут шкатулки, там будут, блять, камни и прочая хуйня. Разводил его на лоха, короче. Нет, на самом деле заебатая тема, нахуй. Ну, типа, если вот, допустим, сейчас накопить, да, условно, 1000 знаков,
забить хуй на полгода и играть. А потом вернуться, ты просто сможешь догнать быстро все по контенту. Ну, не по контенту, точнее, по шмоту. А чё ты угораешь? У меня сейчас, блядь, 200 знаков почти что. На этом, блядь, на ханте 190, по-моему, с хуем. Не, когда пати нормально, если 3 милика в пати, РПК вообще просто проносится махом. Когда какие-нибудь ебаные локи там, блядь, бесполезные, шипы, маги, нахуй. То, конечно, долго. Мишка, Рога, Ретрик, ДК. Сурф, я тебе говорю, нахуй. Я вообще... Я закрываю 7 РБК, я смотрю импакт, я передамаживаю свою пати вдвое, нахуй. Стабильно. Ну, единственное, вот Телдрин в 2-3-4 нормально тоже наваливал. Он почти меня догнал там. 10 лямов не добил. Нихуя себе, 10 лямов. Ну, за 7 РБК, ебать, нихуя себе. Это не так много в масштабе. Так, чё, рыба нужна кому-то? Лапка, блядь. А где жарим опять? Блядь, да я здесь, сейчас. Чё ты там? Да по работе, блин, забыл доделать. Сейчас ебут мозг. Нужно протокол написать. Тим, скажи, идите нахуй, у меня тут, блядь, Т4, нахуй. Чё, вы уже намолчи? Угу. Потом нахуй на такси пойду работать, блядь. Готовьтесь, значит, все вы знаете, блядь, тактику там, не озвучивайте, куда бежать, что делать там. Думаю, не сдохните. Не пуляй, пожру. Куда ты побежал? Стой, жди, пока подойдет. Тихо там. На счет три пуляю. Раз, два, три. Давайте не оботрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Истерию дай. Не дам. Стухнешь еще. Оно было еще раньше давать. В конце лучше, да? Чё по СС-у? СС-у нету, СС-у. Ну, я не знаю, на кого тут. Кстати, мы в одного хила или в два? Два. Да, ну ладно. Они оба твинки все равно, хуй знает там насчет ДД.
Дизаром отдал. РТД теперь бегает. Кинь его из тюрьмы. Скоро фаза. Что там по метеорам, нормально все? Ёбаный рот, ну как? Геру. Давайте Геру, блять. Пиздец, Асус, как нахуй? Уходите к нам. Двигайся, двигайся. Стеночку упирайтесь, РДД, подводи сюда босса к нам. Стенку уплитесь, чтобы не отлетать, он вас сейчас откинет, блять, улетите в Даларан. Главное, чтобы в огонь не улетели, в Даларан похуй. Валим, валим отсюда, бегом. Где стоять, хуй знает. Ну, тут пизда, в смысле, по-моему, между огней он по-любому сейчас раскидает всех. Все вон там у стены, где шаман стоит, есть место. Видишь? Да ну дохуя где есть, даже где-то ТМ есть. Можно смотри, где вот текстурка, где ты в начале танчил, вроде там можно. Вот здесь тоже можно. Спиной вставай. В стену упирайтесь, блядь, чтобы огонь не откинуло. Вот. Блядь, Женёк блаженный просто, вообще нихуя его не ебёт. Съёбывай. Съёбывай. Го обратно где, к воротам на выход. Упритесь в звезду. Чуть-чуть левее. Да, тут еще упал. Да чуть-чуть просто его отведи, там есть вот эти точек. Блять, да хуя сдохну. Хил есть там, есть, блядь. Три ты до этого ковыряете. Если, конечно, он в огонь вас нигде не дает. Вы заранее бегите, метеор когда падает, я не вижу метеора, вы видите все поле, блядь.
пока он еще кастовать не начал с области, выбегайте. Лям с половиной, добейте. По 500 тысяч всего лишь вам надо мажить, надо бурсты прожимать, всю хуйню. Торнадо, истерия, блядь, вот прям. Пошли. Уходите, РДД, ближе к танку, бегите все. Прямо туда, да, под босса залазьте и молитесь, чтобы туда не кинулся. Типа у вас там выхода нету вообще никакого. Если туда кинется, то вам пизда. Возможно, сейчас слева пропадет. Слева пропал, если что, налево бегите. Стойте, пьян. Освободился еще. Вот, блядь, бомжи, сука. Может, чуть-чуть. Каким хуем? Ты какая дурка? Их вагонь откинуло, блядь. Бомжи эти, видишь? Не понимают, как стоять надо. Сейчас башка на лока выпадет. Я договорился. Блять, заебала эта хуйня. Вес этим портал Даларан выклетит.